И вновь Тигран. Люди из вашей категории сейчас выйдут на эту сцену. Да. И чем они нас порадуют? Вот если они бы бегали на лыжах и стреляли из винтовки так же хорошо, как поют, они были бы точно олимпийскими чемпионками по биатлону. Группа «Пикабо». Ура! Мы в финале! Какое счастье, ребят, мы настроены на победу. Мы думаем, что мы пройдем дальше, и мы будем надеяться на лучшее. Болейте за нас, и мы победим. Хорошие девчата, заветные подруги. Светливые лица, огоньки веселых глаз. Лишь мы затянем песню, как все спортсмены в округе. Голоса мы своими поддерживают нас. Лишь мы затянем песню, как все спортсмены. После трудной смены веселые запевки в нашей комнате звучат. Скажите нам, скажите нам, скажите откровенно, было бы скучно, наверное, на свете без девчат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было бы скучно, наверное, группа «Пикабу». Супер! А что об этом думает жюри? Валерий Гаркалин. Девочки, вы мне тоже нравились с самого начала, особенно на репетиции. И мне нравится, что вы не погнались за оригинальностью, а сохранили ее мелодику. Мне кажется, это тоже мужественный поступок. Спасибо. Или женственный, наоборот. Валерия. Я хочу сказать, что песня замечательно подобрана. Образ выдержан целиком и полностью. Действительно, плоховато без девчат-то в этой жизни. Да? Потому, наверное, меня в жюри позвали. Тигран Кесаева. Песня не пострадала. Смысл не пострадал. Но восприятие, мне кажется, стало новым. Поэтому я вас поздравляю, так держи.